В Ленинском городском округе отмечается существенный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За минувшую неделю было зарегистрировано около 2000 случаев заражения COVID-19. Таким образом, с начала пандемии число заболевших в муниципалитете составило почти 33 тысячи человек. Выздоровели около 26 тысяч. За последнюю неделю в стационар инфекционного корпуса поступило 238 человек, заболевших ковидом. Из них 43 – жители Ленинского городского округа. Люди переносят инфекцию в разной форме. Те, кто переболел, призывают прививаться. Повторять такое совсем не хочется. Я 4 прививки делала. А когда? Я не болела, слава богу. Но последняя у меня была 4 декабря. Угу. А до этого вы... То есть ревакцинация у вас, да, была 4? Да, я 4 вот сначала сделала, потом через 3 недели еще сделала, полгода прошло, еще сделала, через 3 месяца еще. И ни разу не болели? Нет. 3 раза в больнице лежала, и в Москве лежала, и где еще? В Бутово. В Бутово лежала, и еще где-то, и тут лежала я. Как перенесли? Отлично. Легко, в легкой форме? Ну да, но долго. Долго? Сколько? Месяц. А вы прививки делали? Делали. После, да? Да. То есть, как считаете, помогло вам в легкой форме это прививка? Я считаю, помогло. Я не болел, я сделал прививку. Я болела, но бессимптомно. То есть, я не знала, что я болела. Мне вот именно, когда сдали кровь на анализы и показали антитела, и тогда поняла, что, оказывается, болела. Медики просят соблюдать все меры предосторожности в условиях пандемии. Носить маски, соблюдать дистанцию, при первых признаках недомогания оставаться дома. Это станет лучшей помощью тем, кто сейчас находится на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. В настоящее время вакцинация является единственным способом защиты от тяжелых последствий COVID-19. Прививка не гарантирует того, что человек не заболеет коронавирусом, однако поможет избежать тяжелого течения болезни.